Инспекторы акцентируют внимание всех участников движения на неукоснительном соблюдении правил. Нарушителям озвучивают статистику ДТП с участием пешеходов и тяжесть последствий. Кроме того, полицейские раздают листовки и световозвращающие элементы. Только за неделю составлено 92 административных протокола на водителей, которые не пропустили пешеходов, и 300 протоколов на самих пешеходов за переход дороги в неустановленном для этого месте.